Ну, ты пришло время устранить, скажем так, заводскую неисправность, вернее, инженеры недоработали. Проблема в чем? Многие сталкивались, но если не сталкивались, значит, еще не видели, значит, столкнетесь по-любому, потому что если поднять ковер, вернее, в автомобиле, то вот здесь будет мокрое, либо сгнившее. Проблема в чем? Вот здесь, вот, это есть дренаж. Один, второй. Сейчас подсветочку. Их здесь два. Два дренажа. Один и второй. Оно со временем сгнивает. Вот эта часть гниет полностью. Вот тут, вот это все полностью гниет. Было с той стороны вырезано, наварено пластина. Сейчас покажу. Вот здесь было наварено, где оно, не видно, вот там. Вот у трубки идут под крылком. На резкость так. Вот. Вот здесь была наварена пластина. Так как сварщик, да и я в принципе не знал точно конструктива этого дренажа, этот дренаж идет с под блока, там где предохранители идут. Вот. И отсюда, и она как бы стекает, вода по, не знаю, по кузову и уходит. Вот здесь дальше планочка, она как бы, как кармашек такой есть у нее. Вот, она со временем сгнивает. Люди, которые не знают, варивают с той стороны пластину. Вот она, в принципе, видно, вот как поварена была вот ее, да, с той стороны. И, в общем, наступил тот момент, что нужно это дело устранить. Что я делать буду? Я так думаю, что оно будет работать. Вот я сейчас... Вот они тут как грибочки такие вот идут. Один я уже срезал. И вот здесь вот отверстие, это доступ под блок. Оттуда вытекает водичка, влага и т.д. и т.п. Что я буду делать? Я буду туда вставлять трубки. Или резиновые, или, ну, в общем, с какими-то трубками разберусь. И этот отрежу. Тут болгаркой, в принципе, можно залезть. Или турбинкой, кто как называет, залезть. Это все подрезать. Буду вставлять трубки. Это все должно герметизироваться. Обработать там должны. Ну, под блок залазить очень сложно. Я залазил. Это жесть. Это полная жесть. Толком туда не залезешь. Очень напряжно. А сюда, вот сюда, либо ниже, вот сюда, это уже, в принципе, идет прямо за колесо. Вот тут вот отверстие. Высверлю дырки. Наверное, самым большим сверлом. Ну, как самым большим. Все зависит от диаметра трубы. И просто отсюда выведу сюда трубки. И это все дело обработается. И погнали. Ну, дальше по ходу пьесы объяснять буду. Делаю первый раз. Сам. Никто не подсказывал. Сам к этому пришел. Нигде этого я... Да, в принципе, толком и не ставил цель себе смотреть, что как. Вот это вот сверху, там, где плюсовой кабель, это идет вся коса на блок предохранителей, релешки и т.д. и т.п. Снимать очень сложно, соответственно, и снимать-то не будем. Ну, оттуда уже, в принципе, все видно, как, что, где и каким образом. Погнали. А, что получилось? Вырезал, при этом хотел меньше вырезать, получилось. Короче, всю эту ржавчину вырезал. Там... Под блоком очень много грязи, в основном ржавчина с пылью. Что я сделаю? Просто сразу оттуда, вот сюда прям, заливаем преобразователь ржавчины. Ну, я вот такой вот делал, заливал. Обычный, он самый дешевый. И вот что мы здесь видим. Вот реально откуда она течет. Вот. Вот отсюда она все вытекает. Вот так, таким образом и получается, когда там влага, оно все сюда течет. А, что я буду делать? Вот с этой стороны, вот аж, скажем, вот здесь, вот там совсем печаль. Это получается шов. А, с той стороны и вот сюда в угол больше буду заделывать герметосом, как можно больше туда все позапихивать. Скажем так, сделать как направляющую и с той стороны. То есть и с этой, и с этой. Соответственно,
тут позволяет сделать либо две трубки, либо сделать как бы кармашек какой-то. В общем, сейчас посмотрим. Ну, сейчас пока залил преобразователь ржавчины. Еще сейчас залью. Как можно больше залью, чтобы вообще там ржавчины не было. Затем разбавлю корабельную краску. А корабельная краска у нас... Сейчас где-то она у меня есть. Во! Вот такая вот. Корабельная краска, грунт, эмаль. То есть она три в одном. Грунт, эмаль и антикор. Просто залью как можно больше туда, чтобы оно аж повытекало. А пока с салона сейчас обработаю с этой стороны. Ну вот ржавчину сейчас повытираю. Кисточкой можно просто вытирать. Как раз нормально так туда попадает. Дальше уже буду вернее мудрить, что, как, куда и каким образом. В общем, были высверлены две дырочки. Они как раз выходят в район колеса. И были изготовлены две такие трубки. Трубки — это остатки от топливной системы. Отменял трубки у нас. Какой диаметр? Где он? Большой. А вот. Ну, это пробный кусочек всего лишь. 7 миллиметров. Так понимаешь, диаметр. Где она тут? В общем, то, что идет на топливную систему. Подача, обратка. Вот. Изготовил такие штучки с таким вот надрезом, который будет входить вовнутрь. Решил сразу две делать, чтобы надежнее. Потому что с двух сторон поставлю. И будет... Я думаю, что будет толк. Проверим.